Интернет-ритейлер JD.ru представляет акцию «Горячие пирожки по средам». Только по средам на JD.ru смартфоны со скидками до 50%, а также эксклюзивная витрина товаров по доллару. Например, мини-подставка для телефона, кожаный чехол или мини-адаптер всего за 1 доллар. Подробности в описании. Добро пожаловать на Hanews.ru. Вы смотрите 119 выпуск нашей информационной программы. И сегодня мы обсудим события, произошедшие в мире высоких технологий за последнюю неделю. Итак, поехали! На прошлой неделе Япония объявила о своих планах осуществить беспилотный полет на Луну уже в 2019 году. Таким образом, Япония станет четвертой по счету страной в списке покорителей нашего естественного спутника после США, России и Китая. Разработка японского космического аппарата для лунной миссии начнется уже в следующем году. Согласно заявлению Японского комитета по национальной космической политике, новый посадочный аппарат будет разработан с применением новых технологий, которые позволят ему приземлиться с точностью до 100 метров от заданной цели. Отметим, что ранее китайский аппарат Чанъэ-3 отклонился от цели на 400 метров, что делает японскую лунную миссию куда точнее. Японские инженеры добились такой точности благодаря системе распознавания лунной поверхности, которая сканирует ее и автоматически корректирует траекторию полета. Недавно американскому пожарному сделали самую сложную в мире пересадку лица. Команда медиков из Лонгонского медицинского центра при Университете Нью-Йорка поставила перед собой цель полностью пересадить лицо 41-летнему мужчине. При этом пациенту планировалось пересадить не только лицо, но и уши, включая ушные каналы, часть лицевых костей, нос, веки, включая мускулатуру, отвечающую за их движение, а также скальп с прической донора. Донором выступил художник Дэвид Роудбах, который погиб в возрасте 26 лет, попав в аварию, катаясь на своем велосипеде. В сложнейшей операции была задействована команда из более чем 100 врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Операция длилась более 26 часов, а предшествовал ей целый год подготовки, в ходе которой пациент прошел через 70 различных процедур восстановления кожного покрова, которые должны были максимально упростить работу хирургов во время будущей операции. Операция обошлась Университету Нью-Йорка в 1 миллион долларов. При проектировании операции были использованы самые разные передовые технологии, в том числе и компьютерное 3D-моделирование, а также 3D-печать, с помощью которой хирурги распечатали для себя модели голов Патрика и донора, чтобы максимально точно просчитать все необходимые действия. Недавно была создана самая крошечная субмарина в мире, всего из одной молекулы. Новое изобретение состоит из 244 атомов и может перемещаться в жидкостях. При этом крошечная подводная лодка может развивать достаточно высокую скорость – 2,5 см в секунду. Моторы субмарины питаются ультрафиолетовым излучением и работают подобно жгутикам бактерий. В настоящий момент ученые не могут дистанционно управлять молекулярной субмариной, но они надеются, что однажды ее можно будет использовать для перемещения крошечных грузов, например, лекарств в жидких средах. Астрономы из обсерватории Джемини на Гавайях недавно обнаружили самую удаленную карликовую планету в Солнечной системе. Этот объект, названный V-77-4104, пролегает в 15 миллиардов километров от Солнца, в 2-3 раза дальше, чем Плутон. Планета чуть меньше половины Плутона и, подобно ему, может приближаться или удаляться от Солнца по мере движения на орбите. Но эти детали ученым еще предстоит уточнить. По утверждению астрономов, объекты внешней Солнечной системы тусклые и редкие. Чтобы найти их, исследователи обратились к телескопу Субару, который собирает большое количество света за короткое время и может сканировать большие участки неба довольно быстро, что является ключевой комбинацией в поиске этих скрытых небесных тел. В будущем астрономы планируют продолжить поиск удаленных планет. А шотландское правительство и норвежская нефтедобывающая компания Statoil собираются построить первую в мире плавучую ветряную электростанцию. Они подписали соглашение на строительство 5 ветряных турбин мощностью 6 мегаватт каждая, которые будут установлены на плавающие платформы в 20 километрах от северо-восточного побережья Шотландии. Проект, получивший название Highwind, будет производить достаточное электричество для питания 20 тысяч домов. Открытие электростанции планируется в 2017 году. Электростанция Highwind общей мощностью 30 мегаватт будет генерировать электроэнергию благодаря местным морским ветрам. При желании ветряные турбины можно будет без проблем переместить от побережья в более глубокие воды, так как их основание не будет крепиться к морскому дну. Разработкой технологии плавающих ветряных турбин занимаются последние 6 лет. В 2009 году в 10 километрах от норвежского острова Кармёй был установлен первый 2-мегаваттный прототип. Он стал первой плавающей турбиной большой мощности.
Она производит 7,3 гигаватта электроэнергии и способна противостоять волнам высотой до 11 метров. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши умные комментарии. Всем пока!